Друзья, приветствую. Город Бордегера. Как всегда, красивый вид на Монако, на Лазурный берег. На сам город, горы. Продаются апартаменты, где-то 300 метров квадратных, со своим садом, большой террасой. Сейчас мы все это потихонечку посмотрим. Сами апартаменты где-то 170 метров квадратных. У нас апартамент находится на двух этажах. Сейчас с вами на втором этаже. Потихонечку сейчас все посмотрим. Здесь, знаете, получается как небольшой дом. Барбекюшница. Здесь небольшая летняя кухня. Котел висит, здесь дубовые полы, и подогрев пола есть. Такой хороший небольшой дом. Ох, небольшой, достаточно. Но апартаменты. Убежал от ветра, поднялся, но микрофон не пришибло. Здесь еще, что классно, за вашим садом есть еще сад-кондоминиум, но пользуются всегда только владельцы данных апартаментов. Даже есть возможность там за копейки его выкупить и расширить свои владения, сделать, например, бассейн при желании, якуцци поставить. По качеству, ну, есть какие-то моменты, подшкурить там, покрасить мелкие вещи. В основном все очень даже неплохо. Зал с выходом на террасу и в сад с видом на море. Квартира расположена на двух этажах. Мы сейчас на втором этаже. Здесь вход, туалет. Так, мы тут, наверное, не выйдем, да? В общем, здесь основной тоже. Здесь отсюда можно зайти. Внизу у нас тоже есть террасы. Вот это хозяйская большая спальная комната. Кондоминиум в год примерно где-то 2500 евро стоит. Очень много гардеробных продумано. Ванная комната. С душевой кабиной. Здесь гостевая комната.
ванная комната, душевой кабиной и как постирочную использую. Еще одна ванная комната. То есть получается в апартаментах 3 ванные комнаты и туалет. Это вход и выход в гараж. Тут в одних апартаментах такой есть, а именно в этих. Очень удобно. Гараж на 2 машины больших. Еще одна спальная комната. Как слышите, что вы ничего не слышите, потому что очень тихо. Тихо. Здесь тоже можно выходить, то есть очень много входов, выходов. Гардеробная. Кто хочет, может, конечно, сделать, увеличить комнату, сделать маленькую гардеробную, но это уже на вкус и цвет. И третья спальная комната также с гардеробной. Просторно, тихо, уютно. Ремонт сделан хороший. Кондиционеры везде стоят, подогрев пола. Ну, плюсов очень достаточно много. Есть объем. Если что-то там кому-то, например, не нравится по расстановке планов, планировка, ну, тоже на вкус и цвет. А так вид, как говорят, спектакуляры. Хороший. Есть где отдохнуть, земелька есть. По всем вопросам, как всегда, обращайтесь к нам. Цена и другая информация будет на нашем сайте azarov.ru. Увидите в сообщениях в описании. Я уже в описании тоже кладу, в сообщение тоже кладу. Выкладываю, то есть. Всего хорошего дня, прекрасного настроения, пока.